освободители. Освободительная миссия Советского Союза. Вы освободители по неволе. Гитлер на вас напал, тогда вы стали освободителями. А если бы не напал, тогда бы вы остались союзниками Гитлера, да? Вот эта начатая кампания глумления над нашей победой, помимо безнравственности и желания, конечно, и унизить, прежде всего служит конкретной цели. Объявить тогда победившее наше государство преступным, таким же отвратительным тоталитарным монстром, агрессивным, как гитлеровская Германия, значит, подвергнуть сомнению все основополагающие документы, фиксирующие статус-кво и территориальное после Второй мировой войны, это прежде всего Ялтинско-Потсдамскую систему, подвергнуть сомнению все территории наши. Вот это такие серьезные цели за всем этим.